Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – твердые и мягкие согласные звуки. Прочитаем следующие слова. Лен, лом, мех, мэр, мял, мал, рис, рык. Эти слова можно разделить на две группы. И к первой группе мы отнесем слова лен, мех, мял, рис. Потому что в этих словах у нас первый звук мягкий. Ко второй группе мы отнесем слова лом, мэр, мал, рык, потому что в этой группе у нас первый звук твердый. Итак, твердые согласные звуки обозначаем так. Л, к, м, з. То есть просто берем этот звук в квадратные скобки. А мягкие согласные звуки так. Л, к, м, з. И мы видим, что над мягким согласным звуком сверху мы ставим запятую. Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами Е, Ё, Ю, Я, И, а также мягким знаком. Твердость согласных звуков обозначается буквами А, О, У, И, Э. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.